оператор отключен, ами... У нас, как бы, новый формозаготовочный цикл. Катаем ролики, формируем. На улице жара, на улице у нас за бортом засуха. Дождя у нас давно уже не было. Сейчас подождите. Едем на лонг сразу заберем. Наше время не тратить зря. По дороге. Что ты рассказываешь? Одна рука неудобна, но... Без вентилятора жарко. Так что... Рулик на музыку. Там другой трактор с обмоткой. Вот так, куда мы пропали. Вот, ну завтра. За бортом у нас засуха, дождя, наверное, не было. Так что, типа, называют дождем с начала весны. До сих пор считают, что там так красу немножко сделали. Там симку что-то тут дальше. Я даже не намокло. Так, не рассыпал. Даже я тут у меня был первый вопрос. Корм. Работаем. Неудобно мне грузить рулон, это снимать. Руки немножко будет кадр. Так, что-нибудь поснимаю, так что подождал. Заготовку корма. Никого, как говорится, не симпатизирует. Работы сегодня. Смотрите, переключайтесь до конца. Так что все
один этап готов. Сейчас я трактор выйду от пыли. Все видно. Запылилось и сзади так само. Так. Мало что дает, когда очень жарко. Ну дает как бы, воздух гоняет. А так на телефоне видно. Полоса ха-ха, я там где пальцем тер. Насколько запылилось. Да и камеры сейчас запылились. А я тут продуюсь. На кому? Ой! Поеду в компрессор, продуюсь. Выдую всю пыль, всю. Себя немножко обдуем. Все. Немножко можно отдохнуть. Мистер еще на подходе. Еще рановато есть. Будет заготовка в форму. Ну и не сегодня. Так что всем пока. Всем спасибо, кто смотрел. Всем пока. Всем удачи.